Вы вовремя, капитан. Цитадель на связи. Сообщение высшей категории важности. Я приму сообщение в радиорубке. Капитан Шепард, мы получили информацию, которая может быть важна для вашей миссии. До сих пор вы не были заинтересованы в том, чтобы помочь мне. Что изменилось? Совет согласен с тем, что Саран опасен, капитан. Поэтому мы и сделали вас спектром. Мы не можем использовать против него всю мощь флота Цитадели. Никто в Совете не желает вам зла. Потому мы передаем вам свежую информацию. Мы получили срочное сообщение от наших агентов внедрения в Траверсе. Продолжайте. Я вас слушаю. В настоящее время в пограничных регионах пространства Цитадели рассеяно несколько групп внедрения. Это занимается сбором данных о Сарине. Я не люблю, когда от меня что-то скрывают. Мы не хотим, чтобы вы зря носились по галактике, капитан. Мы связались с вами только потому, что считаем эту информацию важной. К сожалению, полученное нами сообщение сильно пострадало из-за шумов. Вероятно, наши агенты попали в ситуацию, в которой им сложно пользоваться межзвездными средствами связи. Но сообщение пришло по каналу, зарезервированному для критических случаев. Что бы они ни пытались нам передать, это явно нечто важное. Учитывая ваш интерес к Сарину, мы решили, что вы захотите изучить вопрос. Узнайте, что стало с нашими агентами. Сигнал поступил с планеты Вермайер. Пропавшие агенты внедрения — не моя проблема. Сами расчищайте свои завалы. Возможно, эти агенты пожертвовали жизнью, чтобы сообщение дошло до нас. Сарен что-то замышляет на Вермайере. Вы бы поняли это, если бы не ваше проклятое человеческое упрямство. Я найду Сарена, но сделаю это по-своему. Совет предпочитает не вникать в дела спектров. Мы лишь хотим, чтобы у вас была вся информация. И о Вермайере тоже. Желаю удачи, капитан Шепард. Если мы что-то узнаем, то уведомим вас. Мы видели ваш корабль. Файдань хочет поговорить с вами немедленно. У меня есть дела и поважнее. Гетты никого не ждут. Они готовятся к атаке. Пожалуйста, вверх по лестнице за грузовым судном. Капитан, я рад, что нам наконец-то выслали помощь. Но вы немного запоздали, не так ли? Арселия? Извините, капитан, нервы у всех на пределе. Берегись! Гетты в башне! Защищайте центр колонии!
хочу умирать! Пожалуйста, не дайте мне умереть! Об этом Файданю и можем двигаться туда, где засели гетты. Лучше поехать туда на вездеходе. Башня в безопасности. Спасибо вам, капитан. Меня интересует то, что ищут для Сарана гетты. Больше ничего. Так, но если вы ищете геттов, то пришли по назначению. Их наступление приостановлено. Но они вернутся. Они всегда возвращаются. Скажите, чего хотят гетты? Зачем они нападают на вас? Если у вас есть вопросы, задайте их геттам. Непонятно, что им нужно. Они просто напали на нас. Сами мы о них ничего не знаем. Основная их база в штаб-квартире Экзогени. Самое лучшее место для поисков ответов на ваши вопросы. Как мне туда попасть? Аэрошоссе идет как раз до Экзогени. Пропустить это место невозможно. Да уж. Но путь преграждает целая армия геттов. Вот так. Каждый убитый гетт приближает меня к Сарану. Если вы продолжите уничтожать геттов с тем же успехом, у колонии появится шанс. Тогда мы уходим. Ушел на юг. Что они ищут? Я поймал сигнал коммуникатора. Он слишком слабый, чтобы определить направление. Но кто-то там точно есть. Снова сигнал, капитан Шепард. Я все еще не могу определить направление. Есть признаки движения. Элизабет может быть еще там. Прошло всего несколько дней. Она моя дочь. Я буду надеяться до последнего. Они должны быть рядом, если нас видят. Разобраться с геттами важнее. Держитесь на расстоянии. Боже правый, Джонг, они явно не гетты. Отойдите, Джулианна. Кто вы? Что вам нужно? Лучше вам опустить оружие, если вы не готовы его использовать. Не обращайте на него внимания. Он думает только о компании. А вы слишком доверчивы, Джулианна. Как хорошо встретить дружелюбное лицо. Боже правый, я думала, мы последние выжившие на планете. Файдань и некоторые поселенцы из Надежды Джу все еще живы. Вы же сказали, что они погибли. Я сказал, что они, вероятно, погибли. Гетты нанесли им тяжелый удар, но они выжили. Мы знаем, что это такое. Эти проклятые синтетики не знают жалости. Расскажите, где я могу найти их? Видите, они пришли сюда не спасать нас. Мы должны дождаться помощи компании, прежде чем... Не обращайте на него внимания, дорогой капитан. Гетты в штаб-квартире Экзогени, дальше по аэрошоссе. Это штаб-квартира, частная собственность, солдат. Убивайте геттов, но ничего там не трогайте. Меня не интересуют секреты вашей компании. Капитан, пока вы не ушли, моя дочь Элизабет, она пропала. Лучше им не тратить время на ее поиски.
Мы произведем подсчет жертв, когда оттуда уйдут гетты. Это вы так говорите о моей дочери? Она еще жива, я знаю. Где ваша дочь, Джулианна? Боже правый. Она была в здании Экзогени, когда началась атака. Ах да, там имеется несколько мест, где можно спрятаться ненадолго. Оставайтесь здесь, пока я не выясню, что затеяли гетты. Конечно. И, пожалуйста, не забудьте, если увидите мою дочь. Мы не пробьем это поле. Нужно найти другой вход. Похоже, что здесь можно только спуститься, капитан. Вот черт! Ой. Извините. Я думала, это гетты или варены. Кто вы? И что вы здесь делаете? Я сама виновата. Все побежали, а я осталась сохранять данные. А потом корабль гетов открылся, и они хлынули оттуда. Я оказалась в ловушке. Я пыталась выбраться, но путь был блокирован. Скоро я проложу себе дорогу через гетов. Гет — это полбеды. Они установили энергетическое поле. Они не хотят, чтобы кто-то добрался до... Я пришла сюда разобраться с гетами. Если вы что-то знаете, говорите. Я точно не знаю, но думаю, они здесь из-за Трианина. Трианин? Что это такое? Это местная форма жизни. Экзогени занималась ее изучением. Мне нужно знать больше. Что связывает гетов с этим Трианином? Полагаю, да, но... Туда не добраться, пока всюду шныряют гетты. Послушайте, нам нужно выбраться отсюда, пройти через это поле. Какие будут предложения? Не уверена, но думаю, его подпитывают с корабля геттов. Я заметила, что гетты везде прокладывают кабели. Можно пойти по этим кабелям, но это довольно опасно. Хорошо, я разберусь. Оставайтесь здесь, пока не будет отключено поле. Разумеется. Я спрячусь и не буду высовываться, пока не отключится поле. Вот, возьмите мою карточку. С ней вы откроете любую дверь. То же, что и раньше. У нас нет оружия, способного сбить эту опору. Продолжим осмотр. Прекрасно. Поле, преграждающее выход, сейчас отключится. Теперь нам нужно разобраться. Надеюсь, там было полно этих ублюдков-гетов. Не теряйте бдительности. Внутри базы могут находиться еще гетты. Повторяю, Нормандия вызывает группу высадки. Вы слышите меня? Это Нормандия. Группа высадки, прием. Капитан, не пугайте меня, отзовитесь. Это вы, Джокер? Как обстановка? У нас непредвиденная ситуация, капитан. Колонисты все как с ума посходили. Долбят по корпусу, пытаются внутрь залезть. По виду чистые зомбики. Вреда они не причинят. Мы возвращаемся. Просто сидите и ждите. Ну ладно. Вас понял, капитан. Будем сидеть и ждать. Делов-то. Мы уходим. Но перед уходом очистим это место от синтетиков. А вот и вы. Нужно уходить отсюда, здесь небезопасно.
Вы сказали, что ничего не знаете о Торианине. Я не люблю, когда мне лгут. Я боялась. Я хотела помешать исследованиям, но мне угрожали. Сказали, что я буду следующей. Когда гетты напали, я осталась, чтобы послать сообщение в Министерство колоний. Я пыталась сообщить им, где искать Торианина, но питание отключилось. Я не хотела этого. Просто скажите, где Торианин. Больше не врите. Торианин под Надеждой Джу, но вход туда блокирован. Колонисты закрыли его грузовым кораблем как раз перед нападением геттов. Но почему гетты ищут Торианина? Зачем он Сарану? Он обладает уникальными способностями по контролю над сознанием. Этим как раз и интересовались в Экзогене. Нормандия вызывает группу высадки. Связь есть? Что там, Джокер? Мы перехватываем переговоры геттов. Похоже, они направляются в вашу сторону. Вы слышали? Давайте выбираться отсюда. Я иду с вами. Я могу помочь. Исправить то, что натворила. Ты не сделаешь этого, Джонг. Всем заткнуться! Дайте подумать! Что происходит? Тебе это с рук не сойдет. Уберите ее отсюда! Отойди от нее, сукин сын! Элизабет! Проклятие! Выходите так, чтобы я вас видел! Все! Черт побери, Шепард! Так и знал, что не стоит надеяться на то, что гетты вас прикончат. В базе данных Экзогени я обнаружил интересные сведения о вас. Я знаю, что случилось на Акузе. Это не должно повториться здесь. Не в этот раз, Джонг. Сейчас вы передумаете и позволите им уйти. Вы не понимаете. Все не так просто. Связь восстановлена. Экзогени хочет скрыть следы своей деятельности здесь. Это колония людей, Джонг. Нас нельзя так просто сдать в утиль. Дело не в этом. Есть нечто более ценное, чем жизнь нескольких колонистов. Вы сами расскажете им о Торианине? Или это сделать мне? О чем? Это телепатическая форма жизни, обитающая под Надеждой Джу. Существо овладело разумом местных поселенцев. В Экзогене знали об этом с самого начала. Тебе это с рук не сойдет, Джонг. Думайте, что хотите, но никто не хватится пары другой колонистов. Вы счетовод, Джонг. Я Спектр. Прикиньте, какой у вас шанс выстоять против меня. Спектр? Чушь! Спектров людей не существует. Ведь так? Согласны ли вы испытать свою удачу, Джонг? Экзогени пошлет еще инспекторов. Там узнают, что здесь случилось. Скажите им, что гетты уничтожили Торианина. Да, но они не должны увидеть зараженных колонистов. Боже правый, но нельзя же убивать колонистов. Это не их вина. Если вы убьете Торианина, это остановит инфекцию. Может быть. Все враждебное нужно уничтожить. Должен быть иной способ. Может и есть. Перед тем, как уходить, подойдите ко мне, дорогой капитан. Я рада, что вы поможете нам, дорогой капитан. Думаю, можно будет избежать потерь среди колонистов. У вас одна минута. Думаю, с помощью нервно-паралитического газа можно обезвредить колонистов. Можно использовать газовые гранаты. Звучит неплохо. Сделаю все, что смогу. Прекрасно. Спасибо вам, дорогой капитан. Что это было за существо? Это точно не человек. Колонистов не трогать, даже если Торианин заставит их стрелять в нас. Для этого и нужны газовые гранаты. Хорошо, капитан. Идем.
Я сопротивлялся, но он проникает прямо в голову. Вы не знаете, что это за боль. Я должен был быть лидером. Эти люди доверяли мне. Он заставляет остановить тебя. Я не буду. Я не буду! Ну ладно, нам нужно найти это существо и определить, что оно... Что оно? О, Кила! Что это? Так просто мы с ним не справимся. Стойте, нарушители покоя! Ни шагу вперед! Тысячи щупалец опутают ваши тела, достойные лишь того, чтобы после гниения стать пищей. Я говорю от имени старого корня, как говорила от имени Сарена. Вы предстали перед Тарианином. Он повелевает вам восхищаться им. Ты поработил колонистов, отнял их волю. Не знаю, чего хотел от тебя Сарен. Но я хочу тебя убить. Тарианин — часть этой планеты. Повелитель пространства и веков. Ты не сможешь убить его, как не сможешь убить солнце. Я свободна! Я свободна! Я должна поблагодарить вас за то, что освободили меня. Откуда мне знать, что вы меня не обманываете? Это не обман. Тарианин мертв, а я снова стала собой. Меня зовут Шиала. Я служила матриарху Бенезии. Когда она заключила союз с Сареном, я последовала за ней. Бенезия предвидела, на что способен Сарен. Она присоединилась к нему, чтобы изменить его. Но Сарен умеет настоять на своем. Бенезия потерпела поражение. Вы сами выбрали путь служения Сарену, как и матриарх Бенезия. Бенезия недооценила Сарена, как и я. В конце концов, мы поверили его планам. Сила его убеждения поражает. Она постаралась воздействовать на Сарена, но этот план не сработал. Матриархи Азари – одни из самых мудрых и влиятельных существ в галактике. Как одна из них смогла попасть под влияние Сарена? У Сарена есть судно. Огромный военный корабль, не похожий на те, что я видела раньше. Его называют «Властелин». Корабль может влиять на умы живых существ. Они начинают подчиняться воле Сарена. Процесс этот происходит незаметно. Занимает дни и даже недели, но избежать его невозможно. Когда Сарен доставил меня на эту планету, я уже была его рабом. Ему нужны были мои способности биотика, чтобы общаться с Тарианином, узнать его секреты. Сарен предложил меня в качестве оплаты. Меня принесли в жертву для заключения договора между Сареном и Тарианином. Вот что значит доверять Сарену. Сарен, не задумываясь, предает союзников. Когда он получил то, что хотел, он приказал гетам уничтожить Тарианина. Сарен знал, что вы ищете канал. Он знал, что вы следуете за ним по пятам. Он приказал гетам атаковать Тарианина, чтобы вы не получили шифр. Что такое шифр? И зачем он Сарену?
Маяк на Иден Прайм вызвал у вас видения, но они смутные и запутанные. Они были предназначены для сознания протеанина. Для того, чтобы полностью понять их, нужно мыслить как протеанин. Вы должны понять их культуру, историю, способ существования. Тарианин существовал здесь задолго до того, как протеане построили этот город. Он наблюдал за ними и изучал их. Когда они умирали, он их поглощал. Так они стали частью его. Дайте мне четкие ответы. Где шифр? Шифр — это сама суть существования протеан. Его нельзя описать или объяснить. Это как описывать цвет существу, не имеющему глаз. Для того, чтобы понять его, вы должны проникнуть в память предков существ данной местности, в образ мыслей, свойственный тысяче поколений протеан. Я впитала эту память поколений, шифр, когда слилась с тарианином. Наши личности перемешались, сознания переплелись. Такому знанию нельзя научить, оно просто существует. Вы научили Сарана, вы можете научить и меня. Способ есть. Я могу перенести знания из моего сознания в ваше, как проделала это с Сараном. Постарайтесь расслабиться, капитан. Дышите глубоко и медленно. Сбросьте физическую оболочку. Постарайтесь почувствовать связи, соединяющие нас. Каждое действие порождает волны по всей галактике. Каждой мысли для жизни необходима другая мысль. Каждая эмоция должна затронуть чувство другого. Все мы связаны. Каждое существо — это часть единого великолепного целого. Откройтесь Вселенной, капитан. Обнимите вечность. Я передала вам шифр точно так же, как передала его Сарану. Память поколений протеан теперь принадлежит вам. Что это было? С вами все в порядке, Шепард? Я видела только очередные странные видения. Они до сих пор не имеют смысла. Вы получили ценный дар. Опыт целого народа. Вашему сознанию потребуется время, чтобы переработать эту информацию. Проводим вас на корабль, капитан. Нужно показать вас доктору. Извините, что заставила вас испытать неприятные ощущения, но по-другому было нельзя. Вам был нужен шифр. Со временем вы поймете видение маяка. Вы были союзницей Сарана. И, насколько мне известно, остаетесь ею до сих пор. Я не могу отпустить вас. Вы подозреваете меня, и это понятно. Но вы освободили меня от Тарианина и от Сарана. Теперь я на вашей стороне. Если позволите, я бы хотела остаться здесь, с колонистами. Они много страдали, и я отчасти виновата в этом. Мне хотелось бы загладить свою вину. Колонистам действительно требуется помощь. Они будут рады видеть вас на своей стороне. Спасибо, капитан. Пусть благоволит вам удача. Боже правый, не верится, но Джонг утверждает, что у нас достаточно средств на возрождение колонии. Это благодаря вам, дорогой капитан. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Капитан, у вас бледный вид. Шифр не оказывает на вас дурного действия? Мой мозг взболтали, как яйцо для омлета. Как я себя могу чувствовать? Возможно, я смогу вам помочь. Я специалист по протеанам. Если я соединю свое сознание с вашим, мы могли бы чего-нибудь добиться. Сделайте это. Быстро. У нас не так много времени. Расслабьтесь, капитан.
Обнимите вечность. Невероятно. Все это время, все мои исследования, я даже не мечтала. Простите, такие живые образы. Я и представить себе не могла, что они будут настолько яркими. У вас удивительно сильная воля, капитан. То, что вы видели, через что прошли, могло сломить кого угодно. Вы видели что-нибудь? Маяк на Иден Прайм был, видимо, сильно поврежден. В нем недоставало крупных фрагментов сообщения. Информация, переданная в сознание капитана, неполная. Похоже, мы вернулись к тому, с чего начали. Напротив, капитан, я думаю, что мои знания о протеанах еще успеют нам пригодиться. Я сумела истолковать информацию, переданную вам в видении. По крайней мере, уцелевшие фрагменты, но она неполная. У Сарена могут быть недостающие фрагменты. Он мог найти еще один маяк. Если мы отыщем то, чего не хватает в вашем видении, я смогу... Ой... Простите, слияние довольно утомительно. Мне надо пойти в лазарет и немного отдохнуть. Здесь мы закончили. Вы свободны. Я отправил рапорт насчет Ферроса, капитан. Соединить вас с советом? Да, Джокер. Свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Капитан, руководство Экзогени должно было сообщить нам о Тарианине. Это сделало бы вашу задачу намного проще. Вы смогли бы захватить его для изучения, вместо того, чтобы уничтожать. Единственное, зачем можно изучать подобное существо, это чтобы узнать, как лучше его убить. Да. Лучше его убить. Именно так вы, земляне, обычно поступаете с тем, чего не понимаете. Тарианин порабощал и убивал невинных гражданских. В таком случае, возможно, все к лучшему. По крайней мере, вы спасли колонию. Разумеется. Шепард пойдет на все, чтобы помочь человеческой колонии. Я не ставила под угрозу свою миссию. Это хорошо, капитан. Остановить Сарена – ваша главная задача. Все остальное не столь важно. До свидания, капитан. Мы будем ждать вашего следующего рапорта.